Всем привет, с Моспрогейм, мы продолжаем челленджи Вальтри Босс чемпионов. На очереди у нас Гран-при Сингапура, 15-й заезд. Да, это третья моя нелюбимая трасса. Тут очень жарко, большой перегрев по крыше, именно софта. Две зоны ДРС, 23 поворота, трасса длиной 5 километров, 5 метров. Меньше чем трасса, меньше чем Италия. Италия более длинная. Где-то фавориты, по идее, должны быть Редбулы. Редбул — это аэродинамическая и хорошая шасси машина. Если у них получается ехать, то они победят. Ну, это может сделать Албан или Ферстаппен. Опять Хэмилтон на пол позиции, но это не означает, что он сможет как бы занять первое место. А если сможет, то это хорошо. Макс Ферстаппен стартует на четвертой позиции, значит, он стартует не в топ-3, это так. Теперь для Red Bull он тратит пропадет именно им, потому что здесь очень много поворотов и мало всего прямых. И вот стартовая решетка. На первом ряду стартует Льюис Хэмилтон вместе с Себастьяном Веттелем. Второй ряд разделяет Шарль Леклер с Максом Ферстаппеном. Третий ряд Албон и Норрис. Четвертый — пятый — Кими Райкин, Сайнс. Для Хаса нормально квалификация, немножко плохая квалификация. Не считаю, что Кими Райкин у него, по-моему, находится в топ-10. Стратегия на гонку медиум, под конец вообще дождь. Так что я еще отлил немножко топливо и поехал стартовать эту лучшую гонку, наверное. Ясно, вниз и болит, срывается с места. У меня получается нормальный старт. Я просто хожу, прохожу никого, и у нас сейфти. Да, хорошо тогда. Команда Важан Хас, Киркин. Сегодня вообще классно. Здесь уже был рестарт, я просто ехал, плохой старт получился у меня. Я просто ехал за квятку. Сгружает ВСК на седьмом. Сводит пару тур. Да, и я вышел. Кому интересно, я вышел только не стоп. Я решил с вертухой ВСК заехать на седьмом. Как раз так. Я ты. Мне это 60 час. Да, не уже играет скорость. Нормально. 180, 200, 300 км в час. Я уезжаю на 8-й позиции. Все, 12 болит в пелетоне. Да, и это, в принципе, нормально. Я могу... Здесь уже 4-й на 12-м круге. Я просто прокалываю покрышку. Знаете, эпизод заканчивается тем, что... Я слышал. Это второй сход без меня. Первый был в Канаде. За много... За 7 гонок и не сходил, и сейчас решил сойти Льюис. На этой гонке я просто пропускаю всё. Классно. Результаты гонки там, кому интересно, вообще в очки. But it certainly makes things interesting going forward. Some amazing talent out on the track today. But Anthony, who would you pick as your driver of the day? It's a tough one, but I think I have to give it to Robert Kubica.